Здравствуйте, друзья! У нас вот та штукатурка, которая была нанесена на сетку металлическую. Там был один слой. Сейчас появился второй слой. И будет еще третий. Вот мы с вами видим, как это все выглядит. Вот. Давайте я тут пройдусь. Вот, и будет еще третий слой. Так. Сейчас нам скажут, что все халтурщики. И надо было, как у них, там таджиков привезти. Но у нас тут свои есть. Так. Так, ой, тут торчит из земли, видите, в систему ирригационную. Так, ну-ка, давайте сюда заберемся. Так, вот так выглядит стеночка. А вон там, видите, уже немножко продвигается строительство веранды. Давайте мы на нее отсюда поглядим. Вот нам там даже доску положили, чтобы мы могли из дома внутрь заходить. Так удобно стало. И вот тут будет веранда. Вот тут. Так что ждем. Такой соларий будет сверху. У него такие планочки, чтобы солнышко меньше пробивало. Вы видите, кстати, направление солнца. Вот я стою, смотрите, вот моя тень. Вот это с утра. И дальше вот оно будет вот в эту сторону двигаться, 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 двигаться. То есть, если, допустим, в 9 утра вот так, то дальше, вот можно сказать, что весь день с этой солнце вот сюда будет светить. Поэтому эта верандочка, она будет как раз очень в солнечном месте. Вот пока так.